Эй, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами, блять, проходить этот Акшенмен. Короче, меня заебал. Надо валить вот так вот, наверное, скорее всего, от него. Хорош. Так, короче, у нас миссия опять это... Ё-моё, подожди, а там же этот... О, а может я его вот так убью? Ты же не можешь ко мне перейти? Ёлки-палки, дурак, какая тява-то, зачем ты упал? Сдох! Хорош, красава, молодец. А, короче, пришел я с работы такой, настроения ни хрена нету, вообще говно просто. Съел, короче, вкусняшку, более-менее нормально. Пойдет. У нас код готов, нет? Я не помню. Готов. Отлично. Все, пошли дальше. За-за-за-за-за-за-за. Так, Шенмен. Блин, длинные вот эти миссии, которые побегушные, просто жесть. Покатушные они такие-то как-то никчемные, да? Типа, ну, в принципе, раз хотя бы немножко разбавляют вот эти все побегушки. Поторопись, спецагент. Ага. Черепа уже атакуют. Уже? Прям для уже? Для запуска вируса мне нужно добраться до памяти центрального компьютера. Так, а вот он стоит перед тобой прям, ты чё? Долбанутый, что ли, совсем? Да, ну-ка еще раз мне скажи. Создайте вирус для уничтожения центрального компьютера. Ага. Получите доступ к центральному компьютеру, чтобы запустить вирус. Хорошо. Есть кто? Чё так близко камера-то? Колчан для... Это, ага. Так, колчан для арбалета. Мне вообще куда? Блин, чё лазить по комнатам? Да ёлки-палки с этими загрузками. Да ты представляешь, что это с ним? Нет. Сколько там еще? 236 уже убито. Опа, аптечка, хорош. Блин, там ток под напряжением. Мне снова нужен доступ к центральному компьютеру. Да, опять? Я перепрограммирую его и запущу вирус. А ну-ка еще раз же мне скажи. Я же так с первого раза не понимаю. Я же, я же мужской пол. Нам же надо по два раза повторять. Нет, в смысле, ты что? Охерел, что ли? А если я не запомнил? Как это ты будешь дальше делать? Так. Где тут? Так камера, ты можешь не танцевать? Я бегаю, ищу, короче, хилку. Потому что нас что там меня просто побили жестко. Так, пока на карте... Ой, блин! А, окей. Тихо. Ну вот, как бы... Фига он прыгает. Ай, что так слабо прыгнул-то? Аптечон. Да что опять? Создайте вирус для уничтожения. Да, я помню. Компьютера. Отключите защиту блока. Да, хорошо, хорошо. Спасибо. Как его отключить-то? Вот просто так. Ага. А зеленую где я тебе возьму? Да, нормально. В принципе. Забыл прыгнуть еще раз. А зеленую, подожди, как отключить? Вот сюда, что ли, прыгать? Стоп. Подожди, а как зеленую отключить? Если я там... Или ты хочешь, чтобы я вот так прыгнул направо? Я вот не пойму. Или налево? А он не может так. Не пускает. А, подожди, а что делать? Да, блядь, сдохну, короче, нахер я. А как я назад вернусь? Подожди, как назад-назад-то вернуться? Как? Если здесь нету подъема. Подожди. Охереть! Ток! Нормально получилось, да? Окей. Так, еще одно осталось. Синее. Хорошо, нужно сохраниться, короче. Вот здесь я так нормально прошел. Нужно как-то успеть туда прыгнуть. Да не так! Да не так! Так вот это ток нет. Вроде нет. Ой, не та кнопка. Да ладно, в принципе, нормально. Пойдет. Так, назад теперь. А теперь назад. Я вот не пойму, вот это током бьет, нет? Вот эта штука. Током бьет! Почему ты током бьешь? Ты ж только что не била. Прыгай сразу.
Да прыгайте, дурак. Блин, пол хпшки просто никуда. А там вообще можно как-то пройти без ущерба? Создайте вирус для уничтожения центрального компьютера. Переподключите центральный компьютер, чтобы вирус запустился. Ты можешь мне просто текущую задачу, миссию мне не надо каждый раз диктовать-то. Вот, на. А еще раз. Давай, декодировщик, тебе. Давай, буду декодировать. Кнопки, кнопки, пальцы, пальцы, готовы, давай. Давай, как долго. Хорош, есть. Вирус готов, спецагент. Вау! Необходимо только отправить его черепам по всему миру. Давай, эмейлом. Спутниковая антенна базы может передать сигнал по всему миру. Да, блин. Используйте вирус, чтобы вывести из строя центральный компьютер. Получите доступ к спутниковой антенне. Угу. Короче, это. Ща эмейлом им разошлем просто, да и все. И всего-то делов. А ну-ка, так, еще же антенна осталась. Что-то с антенной сейчас еще нужно будет делать. Интересно, какой здесь последний главарь? Мне вот прям интересно. Где этот синий-то череп, или как там его называют-то? Доктор Икс, Фауст, Шмауст, как его там, блядь? Как этого зовут-то? Так, а смотри, еще две точки. Вот это к антенне, там было что-то это, а это куда? А это в никуда, это еще потом. А, понятно, окей, спасибо. А зачем мне патроны? Я вообще, блин, не понимаю, зачем здесь оружие, если здесь пистолет самое мощное оружие, в принципе. Самое нормальное. Это пистолет. Здесь не нужны ни... Ну, это разве что арбалет, он нужен для того, чтобы вот эти миссии снайперские проходить. И все, больше ни для чего не нужен. А так стрелять с ним не... Необходимо перенастроить спутниковую антенну. Да я помню. Еще раз мне скажи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, спасибо, молодец! Вирус, чтобы вывести из строя центральный компьютер. Перенастройте антенну для передачи вируса. Да, все бы ничего, да если бы не постоянная вот эта вот херня с вот этой херней. Че, нажимай. Да это турелька, нихера себе, какая у тебя антенна. Да тут система, смотри, ничего себе. Все как запущено. Так, что ты хочешь? Опять кодировщик? Ну давай. Да не то. Вот это. Да ты сказал! В смысле, что тебе надо? Ну вот же ты, дебил. Придурок. Давай. Гоу-го-гоу. Гоу. Чу. 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 Не то. Да. Все? Или еще что-то? Вот это теперь. Ага, запустили заново, типа перезагрузка. Сработал, спецагент. Как так-то? Доктор X использует новую систему для блокировки вируса. Блин, для активизации да. Вируса ее нужно отключить. Тогда я... мне надо найти доктора X. Пошли искать. Нейтрализуйте доктора X для успешной работы вируса. Преодолейте защиту у двери и определите, где доктор X. Доктор Х. Так, хорошо, блин. Ну, я, да, это бы нелогично было бы, если бы давало так просто. Нужно же что-то еще. Как это я всех этот, а как же последний главарь? Я к нему тогда не добрался бы. Смотри, мне мостик нарисовали. Угу. Жизни, конечно, мало. Так-то. Давай вот тут сохранюсь. Потому что... А что это? Красная точка. Чует. А, понял. Ладно, я туда. Так, вот доктор X, смотри, это что, последний главарь сейчас будет или что? Серьезно? Я игру прошел. Сколько серий там? Не помню. 7, 8, 9, 8, 9, не знаю. Ну, короче, немного. О, так.
Аптечек здесь куча. Должен быть телепорт до доктора Икс, но он обесточен. Я должен использовать переключатели, чтобы подать энергию. Еще нет. Еще не конец. Угу. Что это? Нейтрализуйте доктора Икс для успеха работы вируса. Используйте выключатели для подачи напряжения к телепорту. А, блин, это я сверху видно. Я думаю, что это такое на пьедестале стоит. Так, а как я буду смотреть вперед-то? Вот это меня током шибанет, да? Ага, шибанет! Тихо, тут что-то еще было. Вон там аптечка. Как ее достать? Там ток по напряжениям. Блин, не хочется туда пока прыгать. Ай, ни хрена себе! А чё ты так мало мне снес энергии? За один удар. Слышь, ток. Чё так мало-то? Чё тут тебе делать? На. Отключил? Ну это ёлочка, в принципе, херня. Вот тут отключил же. Блять, тут? Да тут вроде. Он скорее всего, что он на время. Это где? Куда? Ай, тихо. Короче, понятно, это будет надолго. Туда-сюда. Можно это скипнуть? Нельзя. Так, аптечку пока не беру. Потому что может еще током шибануть не пару раз. Так, ну хорошо. 4 аптечки, ни хрена себе. Тихо-тихо. Есть. Так, еще у меня 3 аптечки в запасе. Чик-джик. В принципе, не сложно пока. Все, берем аптечку и погнали. Где? Что? А чё не работает? А не сработало, алё, где телепорт? А, так это лифт! Это лифт! А я думал, телепорт это, в смысле, портал какой-то. А это лифт. Опять ты стоишь у меня на дороге, спецагент. А где твоя зеленая рука? Должен быть остановлен, Икс. Я единственный, кто справится с этой работой. Что ж, ты можешь попробовать, спецагент. Давай. У тебя ничего не получится. Я приготовил тебе небольшой сюрприз. Сюрприз? Люблю сюрпризы. Ты поезд мне приготовил, что ли? Звук как поезд. Сюрприз мне приготовил. Хорошо, что мы падаем вниз, что ли, или что? Летим вниз, левитируем вниз, стреляем вверх. Пули летят вверх, а стреляем вниз. Давай. 293 противника. Ядрёна вошь! Броня доктора Икс. Последняя линия типов брони доктора Икс очень опасная. Следите за плазмоболтами и электрошоком. Используйте силовую пушку для того, чтобы остановить доктора Икс. Энергетический затем запас сзади. Затем атакуйте запас энергии сзади брони. Окей. Погнали. Не вижу ничего, ага. Так, что с тобой делать, чувак? Какой пушка? Вот. Для стрельбы держите, да? Так, мне нужно, короче, щит ему сначала схерачить. Я так медленно бегаю, ты чё, как я его буду стрелять-то? Давай, бей. Ну, бей меня. Ну, чувак. Ты чё, потягушки делаешь? Чё он делает? Ох ты, блядь! Ага, окей, понятно. Блин, еще и держать нужно для стрельбы, вот это плохо. Так, нужно за вот этой пушкой следить, нужно прыгать. Давай, давай, топай. Не попал? Не попал, сука. Че он меня не бьет? Я же в упор стою. А, хотел замахнуться, сука. Но не замахнулся таки, падла. Остановись! Сзади? Чем? Рукой? Серьезно? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо! Блять, прям на него, где я? Вставай! Вставай! Блин, прикинь, прям под него залетел. Так, это потягушки у него, сейчас он тебе херню будет бить мне. Блин, не, в принципе, не сложный, просто нужно долго дрочить.
Да, нужно просто долго, долго дрочить. Так, спокойно. Нужно вот тут не провтыкать, когда он будет прыгать. Где он? Или он на меня? А, он, сука, на меня всегда, да? Беги, беги, беги. Да в смысле ты достал? Я-то отпрыгнул-то от тебя, чувак. А я не попал. Блин, я тупанул, это я понял, он так и делает. Он ждет, короче, я понял. Блин, немножко не в ту сторону пошел. А, птичка! А, да-да-да-да! Тихо, вон, короче... Ага, сучара. А, давай, сука, пидорас. Остановись. Подождите, я просто ничего не говорю, потому что я ничего не говорю. Логично же, я просто пытаюсь его как-то выбить. Долго ты будешь там топать? Еще аптечка, нифига вы щедрые. Да блин, сколько его бить-то? А, у него еще пол хпшки только. Ну еще только пол хпшки, прикинь. Ну у меня, в принципе, тоже. Нормально. Мой бы герой немножко быстрее бегал бы, было бы вообще шикарно. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты что-то новое делаешь? Ты охерел? Чувак, не делай так. Че он меня не бьет? Ну подошел бы, ударил бы, я не знаю. Еще что ли? Куда ты залез? Блять, я куда-то залез, короче, не могу ничего сделать. На. Блин, да еще долго ее убить так-то. Так, я живой. Да он в упор подходит, но не бьет. О! Вот это первый раз ударил. Успел, прикинь! Вот это я мощный, да? Блин, еще раза два надо ударить, как минимум. Ой-ой-ой, что ты делаешь? Ага. Что, сбил меня? А, вставай, вставай! Не попал, красавчик, молодчик. На. Блять, чё ты не попадаешь? Чё не попадаешь-то, дурень? Два, три. Чё ты делаешь? А так нечестно два раза подряд. А чё так мало сносит? Тихо, спокойно. Это же. Это же доктор Икс, блядь. Блядь. На, сучара. Блин, да сколько тебя бить-то? Это очень длительно и скучно. Реально, долго и скучно. Одно и то же. Нифига ты мечист. А, я понял, почему ему так мало сносит. Потому что у него уже брони нету. А, тихо-тихо, стой. Нормас. Используйте арбалет для нападения на доктора Икс. В смысле арбалет? У меня есть арбалет? И чё? Всё? Ха, хедшот бич, да? Или чего?
Ага, сука! Кончено, Икс. Твоим черепам и тебе крышка. Да что, терминатор тебе не помог? Надеюсь, у него в жопе... Надеюсь, у него в жопе резака нет, как у меня. Хи-х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 и! Есть, прошел игру, прикинь, я не думал сейчас ее проходить как-то. Ну ладно. Я думал там еще долго идти, а оказывается тут уже все, конец. Она, в принципе, коротенькая. Смотри, на машинке поездили, на вертолете полетали и на снегоходе поездили. Три миссии такие и три... Получается что, шесть миссий всего или сколько там было? Ну и, конечно, миссии вот эти, как где побегушка, они длинные. Ну и плюс главари еще... Как-то что, 6 миссий? Серьезно? То есть, если брать миссию, то 6 миссий получается. Или как? Ну да, получается так. Машинка, вертолет, потом снегоход. И больше... А, еще... Не, подожди. А подлодка же это тоже там, где снегоход. Так что, блин, получается 3 миссии такие. 3 вот эти побег... Да, 6 миссий получается. Только они, конечно, длительные, но... В принципе, игра коротенькая. Очень довольно-таки коротенькая. На один разочек. В принципе, прикольная, мне понравилась, если честно. Такая, вроде, ну как-то простенькая такая, чисто реально, ну, не знаю. Ничего сложного такого, ездишь на тачечке, там, собираешь какую-то херь, стреляешь чуваков, там, на вертолете летаешь. Тут бегаешь с пистолет, собираешь всякие штуки, что-то там делаешь, постоянно тебе этот миссии напоминает через каждые 5 секунд. То есть тут не забудешь никак, что, где, куда и как делать. Так что, в принципе, игрушка мне понравилась довольно-таки. Ну, короткая... Интересное, интересное. Довольно и вот эти режимы всякие есть. То, что покатушки, политушки, поплывушки есть, пострелушки, снайпер. Типа вот эти режимы, типа обнаружен снайпер, ты там снайперки должен выбить определенное количество человек там или с арбалета. Как-то, ну, нормас, нормас, нормас. Игрушка такая довольно-таки прикольная. Ну, на один раз, конечно, но к ознакомлению, в принципе, она... Как сказать, к ознакомлению, к прохождению, полному прохождению, она, в принципе, тянет. Довольно интересно. Мне понравилось. Классно. Посмотрим, какая там вторая часть когда-нибудь. Есть еще вторая часть, называется Destruction X, которая 2001 года выпуска. Но говорили, что типа она что-то не такая сильно прикольная, как первая. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим и на нее. Как-нибудь. Так, а что же, блин, это? Что же делать теперь? Ребятки, игрушка сказал, клевая, 10 из 10. Ну, как 10 из 10? Ну, в принципе, норма. Что дальше проходить? Вот в чем... Прикол. Надо что-то смотреть, что у меня там дальше по списку идет, или же что-то свое придумать, или же вообще, не знаю. Надо будет как-то сделать это, как его, например, голосование, не голосование, типа, что, какую игрушку будем дальше проходить, выбрать какой-то трэш, я не знаю вообще. И там пускай голосуют. Хотя все равно, в принципе, никто не знает о этой, как ее называют там, о группе. О группе никто не знает, раньше все постоянно просили, когда будет группа, создал группу, никого нет, блядь. Окей. Вау, thank you for playing Action Man Mission Extreme. Спасибо, пожалуйста, игрушка классная, зашибись, еще бы давайте такую. Сделали бы на компьютер, не знаю, что-то, продолжение какое-то. Ой, вот это создатели игры? Ни хрена себе, чуваки в 2 года уже игру создали. Технический менеджер уже стал. Смотри, нифига себе, там чуваки вообще дети игру создали. Ни хрена себе. Программист, смотри, ему там 5 лет, наверное, нет. Тому вообще, блин, 2 месяца. Прикольно. Прикольно. Вот, учитесь, ребятки, у детей, как нужно игры создавать классные. А то, блин, взрослые такую херню делают. Просто на лоб не нацепишь даже. А вот дети, смотри, что сделали. Он даже девочка, смотри. Какую игрушку забабахали, просто из ничего. Смотри, он этому Мэтт Армстронг, 3D-артист. 3D-артист, сука, 3 месяца от роду, наверное, или 4. Вообще ходить только начал, а уже, блин, 3D-артист. Ни хрена себе. А этот вообще артист. Артисты, одни артисты, красота. Вообще, шикарно. А это что такое? Алекс Мэн, Экшн Мэн. А, так это Экшн Мэн. А он что-то не живой вроде как бы. Или живой? Не, не живой. Это, наверное, статуэтка. Да,
Да, вот эта тема. Вот такие игрушки, блин, кстати, прикольные, такие, что они разнообразные, не однотипные. Ты там играешь то, потом переходишь в это, потом переходишь в то, там. Ну, вот это вообще прикольно. Да, вот игрушка классная, мне понравилась. И что она мне сейчас скажет? Mission Plus? Action Mission Plus? Action Man Mission Plus? Начать игру. Смотри, улицы города, раз. База в пустыне, ну это как типа к ней. Два. Три. Четыре. Пять и шесть. В натуре шесть миссий всего. Прикинь. Всего шесть миссий, но она как бы и короткая, как бы и нормальная, хер того знает. Ну, в смысле, по геймплею. Потому что вот эти миссии побегушные, они в основном весь геймплей занимают. А что такое видеоплеер? Что здесь? А, интро, выбор видео. А, тут можно видюшки посмотреть, я понял. Ну это ладно, это мы уже все видели, в принципе. Там PlayStation, смотри, внизу стоит. Ха-ха! Смотри. Фатка, смотри, стоит фатка. Натуре! Прикольно, Action Man. Тут в Action Man можно пошпилить коллекция находок. Вот, кстати, находки, зачем они? Заряды... Только зачем это все, непонятно. То есть находки. Может там что-то открылось бы, я хрен его знает. Ну, короче, все, ребятки. А что такое гардероб? А то я тут и не смотрел даже ничего. Что такое гардероб? Спецагент пустыня. А, понятно. Это все мое снаряжение. Спецагент пустыня, это в первом. Это с командир стелсов. Спецагент Арктика. Так и все там вроде больше не... А, еще командир какой-то. А, такого не было. Или был? Пилот стелса. Вау! Вот это красота. Вот это четкий костюм. Ниндзя! Ух ты! А че, где? А, слышь! А, подожди, я могу выбирать это или что? А, то есть, подожди, я на миссию могу выбирать теперь снаряжение. Вот это прикольно. Я теперь ниндзя могу быть. Улица, спецагент улица. Ну, ниндзя самый прикольный. Спецагент города, это то, что было, да? Не. Ментовка. Вот это спецагент пустыни, это самое первое. Блин, прикольно, здесь можно выбирать, короче, эту, я так понимаю, себе на миссии обмундировашку. Прикольно. Ниндзя. А может, его изначально можно было выбрать? Я вот не знаю, не заходил. Так, гардероб, книжный шкаф, что тут? Вау! Выбор оружия, пистолет. Пистолет стандартной серии, выбор оружия спецагента. Да, конечно, он самый мощный. Золотой, супер пистолет. Пистолет высокой убойной силы, использует бронебойные пули. Смотри, какой, три ствола, блин, а третий от чего стреляет. Так, силовой пистолет. Блин, здесь реально ни хрена не нужно, кроме пистолета, кроме самого первого пистолета. Ну вот это арбалет и снайперка, иногда и то для того, чтобы миссии, короче, это, ну, которые тебе предлагают миссии сделать. И все. Потому что в основном... Когда ты бьешь, например, главаря, тебе пушку, которую, ну, с которой тебе нужно против него драться, тебе ее 100% дают. Потому что у тебя ее нет, но ты приходишь к главарю, короче, и тебе дают пушку для борьбы с ним. И все. Отключатели. Ну, это все мы, в принципе, видели. Да, у него тут, короче, гаджетов нехеровая туча. Всякое, и это, и это. Чё это за фотоаппарат? Факел? Свечи приносит... А, это то, что мы стреляли в это, в растение. Ледяной пистолет. Замораживает противника, не помню, чтобы он замораживал. Или замораживал? Электрошок? Подожди, это уже такое было. Во, снопа. Ну, снопа, конечно, мощная штука, да. Для даже с виду. Внимать вернее, не обнаруживая себя, прикольно. Лук? А, был лук, точно. Я уже и не помню, что был лук. Я им не пользовался, наверное, ни разу. Электронный набор, это мы понятно, что для взлома. Короче, до хера тут все. Короче, ребятки, все. Прошли мы игрушку нежданно-неожиданно. Вообще прям только раз и прошел. А что вот тут, кстати? Вот этого я в этом ящике. Ящик для сохранения или что это было такое? А, тут тачки. Серебряная турбо 4x4, супер мотоцикл, токсика. Что такое токсика? Только оно долго грузится. Баба?
А ты можешь ее нормально загрузить быстрее? Это баба. Параплан. Охрана пустыни, патруль пустыни. Ну, короче, понятно. Это все понятно. Ладно, ребятушки. Сейчас загрузимся назад. 30 минут. За 30 минут как раз все нормально получилось. Смотри, титры посмотрели, и концовку посмотрели, и главаря завалили, и миссию прошли, и тут все посмотрели. Так что все очень сильно даже зашибись. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте. Всем до встречи в следующей игрушечке какой-нибудь там будет следующая, не знаю. И всем пока.